решили прогуляться до нового клуба единоборств. Володь говорит, а по-моему, его уже открыли. По крайней мере, забор убрали. И обратили внимание, здесь была куча, пустырь и куча такая земли навалена. Ее разровняли. И мы так думаем, что здесь скоро начнется строительство. Вообще по плану, тут где-то должна была быть школа. И садик, по-моему, да? Это генплан. Генплан, да. Я не помню, честно. Ну да, это вот впереди, перед нами кубанская усадьба, вот, там похоже, гольф-клуб. Да, я думаю, что здесь школа, наверное, будет. Вот. Там дома, вот будут пятиэтажки, активно строятся. У них план сдачи в этом году, по-моему, да? Дома. У пятиэтажек. Нет. Нет? Не в этом? Вообще весной 25-го года. А, начало строительства в этом году, наверное, да? Оно уже ведется начала строительства. Ну да. Там уже фундамент сделан. А, там впереди вот эти танхаусы. Уже сваи начали забивать. Фундамент. А, ясно. 100%. Кубанские приезжали, фирма начала сваи забивать. А, в общем, шикарный район туда будет. Не полезем, там срач вообще. Ну да, мы снимали, как-то ходили, прям показывали, обзор был у нас квартир в этом танхаусе. Твоя любимая тема, ничейный домик. Ничейный домик. Вот еще ничейный домик, да. Мы ходим, облизываемся на эту кубанскую усадьбу, но, к сожалению, ведь только да зуб не мед. Стоимость квартир там от 4 миллионов, 4 с чем-то, по-моему, даже. Закрыто? Не попадем. Ну, было чистое поле. Да. Было чистое поле, и вот в чистом поле. Ну, это, я так понял, федеральные деньги пришли по какой-то федеральной программе. Поэтому так достаточно быстро, достаточно качественно сделали. Это здорово, потому что вообще город заботится о молодежи, о здоровье. Очень много здесь для спорта, для здоровья молодежи. Да и не только молодежи. Мне кажется, здесь надо ходить. Зал единоборств, они красные и белые. Да. Когда рассказывают, что не делается для молодежи. Просто молодежи больше нравится красное и белое. И вот эти, и как ее, тусы ночные, в ночных клубах. Так, тогда извините, если пропить свою печень красным и белым, так и ничего тебе уже больше не надо будет. Ну да. А так, смотрите, какая красота, какой район. Вообще шикарный. Просто шикарный. Я не знаю, когда первый раз сюда случайно забрела, буквально прям переехала, и, наверное, сейчас на третий день буквально тут забрела, я такая прибежала в восторге. Володь приходит с работы, Володя, нашла такой район, прям мое место силы, обожаю этот район, я здесь всегда вот реально прям приду на скамейке. Нет, Ледовая арена, дворец единоборств. Пошла на коньках покаталась, пошла подралась. Нет, у меня это, скамейка и розы. И тень, а ты вот мой, место моего досуга, да. Я думал, я зал единоборств. Ага, не, я морально, так сказать, психологически здесь отдыхаю, подзаряжаюсь, чистым воздухом дышу и подписываюсь положительными энергиями. Ну да, там у нас идет Мичурино, и начинается район Поле слез. А здесь микрорайон Солнечный. Вот. Солнце здесь немерено. Да, солнце здесь немерено. Вообще шикарно. Просто шикарный район. Вот. Здесь Меридиан. Раньше строительная компания такая была в Ейске, строила. Вот. Сейчас тут другие строительные компании. Да, нравится очень. Мы с Володей как-то гуляли. Первый год, наверное, когда переехали. Мы живем здесь 2 года. И ходили, умные камеры Алисы наводили на деревья и изучали. Здесь разные виды пихты собраны. Да, еще кто? Ели. А еще? Пихты еще что-то есть. Да иди ты. Нет, что, забыла. Пихта, еще какую-то вечно зеленую есть. Короче, забыла. Трава. Памяти нет. Пора пить перец там. Да, пора. Его колят. А? Его колят. Колят перц там? Нет. Здесь вот, кстати, на первом этаже есть и развивающая студия для детей, кафешка. Вот. Стоматология тут открылась. Так, сейчас. Вот это вот кафе прикольное такое. Ну, единственное, рядом школа искусств, да, какая-то. Студия танца и фитнеса. Это внизу, похоже.
Дальше оно? А сейчас? Нет, все закрыто. А, мы прошли, оно закрыто, рульставни опущены. Так-то 3 января. Ну да, все, сейчас все гуляют. Кто-то... Съехали, да, нет, нет. Ну я же ходила. Мы же с тобой сходили, вернее, кофе пили. Вот. Кто-то до 9 числа гуляет, кто-то до 3, кто-то до 4. Нам завтра все, на работу. И вот сюда мы вот поворачиваем. Да, и вот тут вот пройти, если мимо дома. Тут мы ходим еще своих котов, короче, в ветклинику возим, носим. Вот, все близко. И я говорю, тем, кто живет здесь, вообще очень здорово. Все близко, все под рукой. И дома такие красивые, да? Ну все, они, пошли. Они трехэтажные или четырехэтажные? Раз, два, три. Ой, слушай, а как так? А тут 4. Нет, 3, а первый этаж этот под бизнес занят. Там он еще 5-й есть, смотри, в подвале. Ну да. Нет, а там, смотри, а та сторона выше как бы идет. Да, и там он еще, там 4. В общем, да, наверное, 4, 3-4. Кто что захотел, тот все и построил. Тут построил, да. Вот идем, гуляем, да, Новый год. Это сейчас что, кстати, январь месяц, да. Сейчас что, кстати, непонятно. Мы потерялись. Здоровье. Сейчас. Так, говорят, надо идти по этой, по левой стороне. Маленько, ну, хотя бы чуть-чуть. Подзабыла. Да. А вот, смотри, маленький тротуарчик дошла. Убитый, правда, маленько. Сейчас мы объясним наши веселые голоса, да. Мы идем просто и кайфуем от того, что вот такой у нас январь. На улице теплые, настолько мягкий, теплый воздух вообще. 8 тепла, да, просто не писать. Вот собачки. Вот, и даже не верится. Не верится, что... Ну как не верится? А? Вон толпы людей, блин. Людей где? Вон толпы людей, вон толпы машин. Мы просто, чтобы вы понимали, мы чешем посередине дороги. Да. Короче, мы идем и кайфуем. Смотри, какая у нас движуха в Ейске. Все спят, отсыпаются после новогодних праздников. Кучу люди, кони. У нас смешались кучу люди, машины. Нет, вообще, знаете, было просто так смешно. Мы 2 года уже живем на юге, конкретно в Ейске. И нам так часто писали, особенно когда мы переехали. Да вы поживите, да вот все сезоны, да вот вы увидите. Да. И мы чем дольше живем, тем больше кайфуем. Мы понимаем, нам явно писали что-то не то. Такое ощущение, как будто нас хотели отговорить от жизни здесь. Надеялись, да что-то все завидно. Надеялись, что мы уедем назад. Вот, но нет, мы не хотим назад, не поверите. Ой, здесь настолько здорово, настолько классно. Вообще, покажу вам немножко домов. Мы идем гуляем по частному сектору. Так, название улицы, как обычно. Это Космонавтов. Космонавтов? Здесь просто такая особенность в Ейске. Очень редко увидишь таблички на домах. Если еще таблички бывают просто... А, вон есть, вот, нам повезло. Это пересекается. А, Чайковского? Я даже не знал, что здесь улица есть, такая. Нищий город. Смотрите, вот нищие дома стоят. Да. А вот нищая машина едет. Смотрите. Ну да, по поводу нищеты города... Здесь столько таких районов. Если вы приезжаете к нам в качестве отдыхающего, то вы видите, наверное, только берег, да, там, ну, пляжи. Каменку, да. Это старые постройки, дворянские там дома вот эти. Ну, некоторые уже перестроены, конечно. Вот, ну и в лучшем случае гостиница. А вряд ли вы, наверное, доходите до этих районов, где большие, да, районы с частным сектором, и где стоят особняки, вот, где живут очень состоятельные люди. Мы все только единственное задаемся вопросом с Володей, где почему они все работают? Почему только состоятельные? Ну, не только, да, но я имею в виду... Мы тоже живем в этом районе. Ну, мы как-то чисто случайно. Вот. Да, мы мимо проходили, заселились, и теперь нас с поганой метлой не выгнать оттуда. Нет, на самом деле, у нас просто очень хорошее настроение от того, что мы очень много сегодня гуляем. Мы гуляли на лимане и надышались свежим морским воздухом.
Как вы знаете, морской воздух, он не только лечит, он еще и успокаивает. Что? Ты хочешь нас показать в этом? Конечно. Я в очках, как стрекоза. Смотри. Лиса Алиса и кот Базилио. Кот Базилио — это я. Что-то у меня морда какая-то большая, широкая в этом зеркале. Я не хочу тут сниматься. Это вот, ребята, ну, местные, кто, видать... Повернись, покажи, какие дома красивые стоят. Да, дома здесь отличные. Нет, ребят, вот, покажи. Да, вот и вон сзади тебя неплохой. Ну, да. А вот тут, да, покажи, вот эта улица какая. Ну, да, вот, видите, вот так вот. Это местные кто-то, ребят. На самом деле, движение здесь не сильно так. Ну, вообще, то есть, это вот, как это, внутридворовая дорога в поселке. У нас на поле слез. И вот кто-то, чтобы выезжать, чтобы не разбиться, видите, такое панорамное зеркало поставил. Очень удобно. Подъезжаешь к перекрестку и видно, кто стоит. Да, кто стоит на перекрестке, кто может выехать с параллельной дороги. А так основная масса, конечно, домов здесь состоит. Улица вот. Ивановская. Да, Ивановская. Мы идем по Космонавту, по-моему, но я могу ошибаться. Вот. Старых домов здесь нет. Вообще, ну так, таких вообще древних, разваливающихся, саманных. Некоторые дома, конечно, тоже здесь не новые, там лет по 20 стоят, но в любом случае они кирпич, в любом случае они, то есть таких вот откровенных халуп, как на Каменке, здесь нет вообще. Ой, сейчас обидятся жители Каменки. Ну, а что обижаться, если так оно и есть. Я просто, мы в свое время, мы когда искали жилье самой нижней ценовой категории, и вот мы лазили по ЖАК, там по частям домов. Ой, ребят, кому интересно, отлистайте назад наше видео и посмотрите, чтобы я не был голословным. А вот мы, по-моему, на Мичурина вышли уже. Вон Ирочка, как всегда, кому шо. А Ирочка, вот смотрите, что усмотрела она. Вот пожрать это она любит. Давай, накидывайся. Что ты? Давай, начинай точить. Смотри, там виноград остался. Ну да, виноград. Никто не съел. Скорее всего, винный сорт был. Какое кислый. Какое кощунство. Ну здесь, знаете, как еще? Плюс поле слез. Здесь практически нет отдыхающих. То есть вот никто не ходит вдоль забора и не рвет ваш урожай. Да, это вот мы вышли на улицу Мичурина. Да. Это не Мичурина, Герцена. А, Герцена, что? Герцена. Да. Я прошу прощения, Герцена. Друзья, вот смотрите, а вот там, ну вот там, вы же видите где, да? Достаточно вести камеру, и вы поймете где. Вот там, да. Там находятся танхаусы и новостройки. Вы поняли, да? Это, короче, к тем, кто мне говорит, не показывай пальцы и рукой, отстаньте от меня просто вообще. Я веду съемку именно таким образом, как понятно многим, большинству наших зрителей, и особенно тем, кто вообще не знает Ейск, не знает местонахождение, ну, каких-то там, да, здесь, я не знаю, там, предметов, там, строений и так далее, и ну, поэтому... Ребят, на самом деле Ирочка обижается, она, когда ее учат, там, как вести канал и так далее, ну, мне вообще фиолетово, я вообще их игнорирую, эти... Высказывание? Да, как вам удобно. Начинают нам рассказывать. Водите, как что делать? Да, водите так, камерой. И вы не обижайтесь, но вы сами как думаете? Водите медленнее, камерой. Да, медленнее, еще что-то. Мне это всегда... Кому, знаете, кому что нравится. Да, всегда хочется сказать, заведите свой канал, ведите так, как вы считаете его нужным. Каким-то, да, там, разумным, я не знаю, там, высказанным, я прислушиваюсь все равно, потому что просматриваю видео сейчас по нескольку раз. Телефон и... с камерой есть у любого бомжа. У некоторых бомжей, вроде меня, их два. Заведите себе канал и снимайте, что хотите. Потому что так-то, по сути, ничего обидного, но сейчас, но не очень приятно это слушать. Давай, заканчивай, пойдем. Нам еще все. Надо это. Мы побежали, да, в магазин и есть. Побежали есть. Все. Никакого негатива, один позитив. Все, пошли. В общем, ребят. Да, решили мы. Мы на Новый год. Короче, эти бенгальские огни не пожгли. То ли не успели, то ли не хотели. И вот решили мы пожечь бенгальские огни. И хорошо, что мы на Новый год их не жгли. Не испортили настроение. Да, ребят, вот сравните. Помните старые бенгальские огни, да?
И вот смотрите, сейчас какие-то суперэконом-вариант. Во-первых, мы достали, я говорю, это. Я понимаю, что ночная съемка плохо видно, но сами огни дохленькие. Это же видно должно. Что это за бенгальские огни? Мы как-то только я начала петь новогоднюю песню, ну под такие огни, да, они даже и петь не хочется. Смотрите, в общем, ребят, мы стоим, смеемся. Ребят, расскажите, у вас тоже такие бенгальские огни? Или это противопожарные бенгальские огни? Не специальные? Знаю. Что-то явно нам не доложили. Вообще не доложили, однозначно. Володь смеется. А что ты хочешь, купил за 20 рублей? Если кто умный будет начать умничать, чтобы вы их надо было просушить. Мы их сушили на батарее. Мы их отлично просушили. Отлично они просушены, великолепно они просушены. Что-то в общем, что-то пошло не так. А я знаю, что пошло не так. Жадность хозяина фирмы пошла не так. Ну они реально, они какие-то тонкие, вообще духленькие. Нет, так это, тут можно на пальцах ноги пересчитать, сколько здесь огоньков разлетается. Да. Я помню раньше в детстве, мы жгли бенгальские огни, так мама ругалась и говорила, сейчас спалите весь дом. Да. Но вот этим дом нельзя спалить. Не, знаешь, как боялись, что эту куртку там опалишь, руки обожжешь. Гордина. Это безопасные. Гордина загорится. Какие-то, ну совсем настроения нет под такие эти петь. Ну вообще, Ира начала петь что-то там про Новый год. В общем, очень тухло, очень дохло. Сейчас попробую несколько зажечь. А, сразу несколько? Да. Ну давай. Вот да, если только всю пачку зажечь одновременно, вот, да, наверное, в общем, ребята, еще... запоминайте. Тропик вот такое не покупайте. Не покупайте, огни. Тропик. Будьте разочарованы. В экстрамаркете. В экстрамаркет? Да. Это понятно. Чего там? Странно, в экстрамаркете. Торты хорошие, а бенгальские огни плохие. Да, не покупайте там бенгальские огни.